Встретили курьера. Доставка с Метро, Сбермаркет. В этот раз у меня прям много. Сейчас покажу, что взяла интересного. Смотрите, девчонки, взяла вот такие два белых контейнера. Они есть в разных цветах. Я хочу организовать порядок в ванной. Вот, они обычные такие два контейнера по 8 с чем-то рублей. Я туда поставлю все свои кремушки и маски, которые у меня сейчас в обиходе. Вот размеры. Были разных цветов. Такие вот с ручками, что одной рукой даже не достану. В общем, две штучки я поставлю на стиральную машинку и все разложу, чтобы все было аккуратно. Заказала новый коврик Метро для ванны, по-моему, 300 с чем-то рублей. Вот такой. Он мне позвонил сборщик, спросил, какой цвет мне нужен. Так, информация, кому интересно. Довольно плотный такой коврик. Что-то размеры я не вижу сказать им, потому что на сайте что-то я тоже не нашла размера, 100% полиэстер. Вы видите размеры, девчонки? Я не вижу. Ладно, сейчас я его открою, покажу. Он оказался большой, это хорошо на самом деле. Так, котен, ну все, хотела сказать, что ты в меня кинула ножницами. Он большой, да, классный, потому что мой подострепался от частых стирок. Я люблю, ну, стирать коврики для машинки, в машинке, для ванны, чтобы они всегда были чистенькие, свеженькие. Он уже не так прилипает к полу. Замялся немножко, а он здесь даже прикреплен. Почему-то уголок, не знаю. Смотрите, большой. Чуть-чуть даже больше, чем наш нынешний. Сейчас по цвету нам очень подходит. Цвета тоже разные. Сборщик позвонил, спросил, какой мне нужен цвет. Хотя я сделала пометку, какие предпочтительнее цвета. Да, все равно она сказала, есть такие-то, такие-то, какой вам нужен. Коврик классный, рада коврику. А что здесь еще? Заказала батарейки. Вот такие в Арт, они неплохие. По 99 рублей, помню. Потому что я заказ делала, когда? 3 часа назад. Вот мне уже все привезли. Поэтому еще пока все свежо в памяти. Что тут за железка какая-то? А, нет. Так, и вот такие батарейки совсем дешевые. Девчонки, 36 рублей, 4 штуки. Вот так они называются. Попробую. И заказала еще вот такой пазл. Пазл в ассортименте. У меня не спросили, кстати, какой хочу. Наклейки в подарок. Здесь 160 элементов. Будем сегодня с котенком собирать. Смотри, котен, какой пазл. Чудики. Пазл 99 рублей в Метро. У нас, кстати, в приложении Сбермаркет еще появился один магазин. Господи, тоже на Лене. Линия. Не открою, не могу. Откроешь, котен? Так, что еще тут интересного купила? А, вот именно интересного как раз, девчонки, иногда прям лень готовить. И благо сейчас в супермаркетах практически уже во всех есть вареные овощи. А здесь 0,5 килограмма уже вареной картошки. Знаете, я беру ее, режу и обжариваю. Потрясающе вкусно поступаешь с зеленью, не надо заморачиваться. Все уже готово, можно и так вареную есть подогреть, а можно на винегрет и на оливье, и в любой салат. В общем, это удобно, цена бюджетная, что-то как-то там рублей 60-70 вот так вот стоила упаковка. Я взяла сразу две, она в вакууме. Интересно, какой у нее срок годности. 75 суток она в вакууме хранится, поэтому вот когда совсем лень или некогда готовить, да, то это выход. И заказала еще свеклу. Открыла? Ну, открой, покажи. Я же не могу одной рукой. И заказала свеколку вареную. Она тут кубиками, но у меня через... Она мелкими кубиками, по-моему, да. Она как будто потертая уже. Вареная свеколка. Вот прям чесночка добавил, да. Майонезик или сметанку и салатик готов. Кубики отварные. Тоже что-то рублей 50-60, 500 грамм здесь. Очень удобно и, в принципе, бюджетно. Так, дальше что тут интересного. Здесь мясо, на индейку была акция, но то, что я заказала, индейку не было. Мне предложили взамен и до 200 рублей. О, наклейки в подарок, да, классно. Ну, пазл покажи, дай. Маленькие частички. Ну, обычные, большой. Не маленькие, а стандартные, кстати. Не самые мелкие, бывают мельче. Классно, 160 деталей, прям вот будем собирать. Держи. Держи свои наклейки. В общем, на индейку сейчас там в феврале скидки хорошие. Идут прям в Метро. Так, дальше. Здесь майонез, масло, сыр. Сыр был по акции за 90 с чем-то рублей. 150 грамм. Это дешево. Он уже нарезанный, сливочный вот такой. Я взяла две упаковки. Утром на бутерброды. Вот так он выглядит. Тысяча озер. Я такой еще не брала.
Взяла две пачки вискоса котам. А по 92 рубля тоже была скидка. Так он 99, там у них сейчас по 92. Это выгоднее даже, чем брать большую упаковку, я посчитала. А, с курицей вот такой. И второй с говядиной и кроликом. Вот. Вискас. Они у меня гурманы, едят исключительно вискас. Ой, в отдельной упаковке, в отдельном мешке. Я, наверное, вас зашуршала уже. Скумбрия. Я заказала полкило, но два раза. Я посчитала, так выгоднее. Вот это марка Aro. Мне позвонили, сказали, что нет полкило, есть кило. В общем, ну это на 10 рублей дороже, там что-то до 200 рублей, девчонки. Килограмм скумбрии замороженной именно. Была акция Aro, она не потрошенная. Вот, поэтому, в принципе, нормально. Цена очень ничего. Так, здесь у меня святой источник, так минералки захотелось. Вот сидишь дома, хочется минералки, хоп, заказала, через пару часиков тебе привезли. Это святой источник газированная. Дальше. Здесь туалетная бумага, два рулона, тоже посчитала, была скидка на Зева, на Папе. Именно на маленькие пачки оказалось это брать гораздо выгоднее, чем большие, я взяла две. По-моему, что-то рублей тоже за 90 с чем-то, 4 рулона трехслойных. Это такая вот с колубничкой и чуть-чуть такая розовенькая. Обе пачки взяла одинаковые. Так, здесь у нас что? Здесь ребенок попросил чипсы, она их крайне редко ест. Но я тебе купила после уроков, Адам. Садись, делай уроки. Чипсы были тоже по хорошей акции. Большая пачка вообще там что-то шла 90 с чем-то рублей. Хотя маленькая пачка 99, а большая 96. А вот такие конфеты. Взяла Несквик к чаю. Они вкусные. И вот такие конфетки Тик-Так. А то дома что-то ничего вообще к чаю нет. Прям свой любимый хлеб. С семенами подсолнечника черный. Батон обычный нарезной. И вот такой вот итальянский пирог 150 рублей, помню. Он стоил 152 рубля. Сейчас покажу. Вот такой итальянский с папайей. Тоже сдобная особа, как я вам показывала в прошлом или позапрошлом обзоре. Я такие вот беру, как кексики. Сейчас хоть посмотреть, открыть, показать вам, как он выглядит внутри вообще. Что он из себя представляет. Ну, много всего она заказала тоже в этот раз. И с учетом того, что вот коврик и контейнеры для хранения. Так, сейчас я пирог из коробочки достану, девчонки. Так, доставайся. Не хочет. One moment. Вот. Вот как он выглядит. Здесь песочное тесто, я так чувствую. И лимонный джем. Мне вкусно кажется, да? Так, и последний пакет. Здесь картошка, девчонки. Я заказала 5 килограмм картошки. Кстати, самой не носить. Вот тебе все привезли домой. Она вот такая вот в сетке. Обычная совершенно картошка. Более-менее помыта. Кусков грязи на ней нет. Вот и все. 5 килограмм картошки, чтобы уже стояло. И все как бы чики-пуки. Так, все пакеты, по-моему, с вами разобрали. Сейчас пойдем вместе организовывать хранение в ванной. Коврик у нас был розовый, но он ни к селу, ни к городу. Сейчас покажу, как будет смотреться другой. И вот он новенький. Он, кстати, нет, такой же по размеру. Все как бы отлично. И по цвету нам идеально подходит, под плитку, подо все. В общем, класс. Теперь до на машинке. Мотивация на уборку, девчонки. Вот у нас до. Сейчас я буду все раскладывать по этим двум контейнерам и покажу, что получилось. И вуаля! Вот такая красота получилась. Разложила здесь средства для умывания и тоники в одну другую. Вот средства для умывания у меня здесь, тоники всякие для тела. Все. В общем, здесь пасту добить надо. Диски очищающие, Косрекс не влезли. Мыльце жидкое, руки мыло. Мыть руки, поэтому его никуда не убираем. Ватные диски, освежитель там стоит, два Дейзика, мой и мужа. Вот такая красота. Ну, мне кажется, все попорядочнее, чем было, девчонки, да? Напишите. Девчонки, пришла посылочка от P.D. Parish. Это у нас с вами бюджетная аналоговая парфюмерия. Аналоги люкса, да? Ингредиенты для которой доставляются из Франции. И у нас в России она уже разливается. Я заказала здесь три парфюма. Сейчас вместе с вами посмотрим, оценим, похожи ли они действительно, потому что некоторыми из них я пользовалась в оригинальном, так сказать, формате. Ссылки на сайт P.D. Parish оставлю под видео все для России, для Украины. Там различные форматы. Ну, наверняка многие из вас уже знакомы, потому что хочется иметь какой-то классный дорогой аромат, но нет возможности его купить. Есть для этого аналоговая парфюмерия, да? Ценовая политика
довольно приемлемая для таких объемов. Там от 30 до 100 миллилитров можно заказать парфюм. Можно заказать и в стекле, и в пластике, чтобы за упаковку не переплачивать. С 2007 года они на рынке. Очень разные отзывы, девчонки, но больше положительных я встретила, и мне захотелось тоже потестировать. Так, первый аромат, который с вами посмотрим. Вот так, они приходят в коробочке. Смотрите, вот как называется марка. Pidi Perish, да, выбита здесь. Какой-то у нас парфюм, сейчас узнаем. У них флакончики, как правило, одинаковые. И название на флакончиках сзади написано. Так, это у нас что? Это молекула. Молекула 01. Я знакома с этим ароматом. Мне есть чем сравнить. У меня был оригинал. Поэтому сейчас мы с вами потестируем. Это у нас объем 40 миллилитров. 40 миллилитров. И он в стекле. Молекула в стекле. Я выбрала именно молекулу в стекле. Мне так захотелось. Смотрите. Такой вот черненький дизайн. Интересный. И я сейчас возьму полосочки, мы с вами на полосочках протестируем, я потом аромат еще на себе поношу и расскажу вам уже достоверно по стойкости. Терпится уже потестировать, очень хочется, чтобы он был похож с оригиналом. Так. Девчонки, очень похож. Пока по первым нотам прям то же самое, я бы сказала. Очень похож, аромат обалденный, я его обожаю. Здорово, надо будет поносить на коже, посмотреть, потестировать, как он будет также раскрываться или нет. По первым нотам прям очень похож. Ой, какой интересный аромат. Обожаю его. Так, давайте дальше. Дальше у нас с вами две вот таких малышки в пластике. Это La Vie Belle. Слышали наверняка такой аромат, да? Вот видите, здесь все подписано. У нас здесь 30 миллилитров, то есть это хороший объем. Ну, удобно носить в сумочке, да, это, конечно, пластик, но зато мы не переплачиваем за упаковку. Lac Homme. Так, а здесь просто переложено, да. Lac Homme – это мужской аромат. Сейчас тоже потестируем, посмотрим. Так, берем другую полосочку с вами. И La Vie Belle. У меня вот единственное, я не знакома с ароматом La Vie Belle. А вот эти два я знаю, то есть мне есть чем сравнить. Сейчас с вами потестируем. Здесь, смотрите, такой обычный распылитель, бутылка пластиковая. Все откручивается, можно как бы туда потом переливать парфюм какой-нибудь другой. Ой, аромат классный. La Vie Belle, аромат классный. Мне нравится, здорово. Такой интересный. Не дешевый аромат, они не пахнут дешево. Так, и теперь мужской аромат с вами потестируем. Так. Очень похож. Очень похож, девчонки. Потому что был у моего мужа этот аромат. Похож очень. Пока по первым нотам, прям, я бы сказала, вот один в один. Здесь у нас что? С вами за бумажка лежала в коробочке. А, это декларация соответствия. Вот кому интересно, вроде как по этой декларации у нас все сырье безопасное абсолютно, да? Смотрите. Вот вам показываю, кому интересно, можете нажать на паузу, как бы, да, и почитать. Декларация соответствия. Ой, мужской аромат обалденный вообще. Мне так нравится. Уверена, мужу понравится тоже. Супер вообще. Ну что, девчонки, он, кстати, стойкий, вот прям я чувствую, что он будет стойкий мужской однозначно. Я буду тестировать, я на себе два женских аромата вот эти поношу и мужу отдам поносить. И вам уже потом расскажу о стойкости, о том, как раскрываются, и уже поточнее о похожести. Потому что у меня сейчас есть молекула 01 в данный момент, да, и как бы я смогу уже точно сравнить. Будем тестировать. Итак, что касаемо ароматов. У меня было пару дней, чтобы поносить их, потестировать, да, насколько они схожи с оригиналом, насколько у них большая стойкость. Давайте начнем с мужского. Это Lacoste Parfum, а то я вам вначале назвала Lacoste, да, это Lacoste Parfum. Очень классный аромат, мужу понравился, у него он был в оригинале, и здесь прям, ну, практически 100% сходство, я не знаю. Я разницы не чувствую, я не настолько там парфюмер, да, чтобы чувствовать разницу. Это оно, как бы, и это оно. Стойкость феноменальная. На следующий день и через день от одежды пахнет. На коже тоже. Он очень стойкий, поэтому здесь все прекрасно. Следующий аромат La Vie Belle. Женский, да. Здесь тоже. Здесь стойкость такая феноменальная. Мне хотелось в течение дня слышать молекулу. А я же нанесла на одну руку молекулу, на другую руку La Vie Belle.
и мне Лави и Бель все перебивал, девчонки, просто все перебивал. Вот этот аромат я в оригинале не знаю, но он настолько стойкий. Я нанесла на руку, да, один раз пшикнула, все. И он окутал просто и квартиру, и меня полностью с ног до головы. Я не слышала на другой руке из-за него молекулу. Мне пришлось руку помыть. Помыла с мылом, помыла со средством для мытья посуды, с мочалкой. И все равно он на руке стойкий такой же. Но немножко заглушаются первые такие терпкие нотки. И остается больше сладости. Это сладкий аромат, но в нем есть и какая-то горчинка. Когда он раскрывается... Она вот есть немножко, и вот она, да, как бы чуть смылась, и все равно в итоге нет. Сходила вечером в душ, и даже на утро у меня от руки Лавей Бель пахло. Поэтому стойкость ароматов Пиди Париж, да, она действительно классная. Здесь я не поспорю даже вообще ни грамма. Что касается молекулы. Молекула – это молекула. Здесь много очень... отзывов, много разных отзывов, и на первую, и на вторую. Но это у нас молекула эклектик, как-то правильно она вот так называется, потому что есть просто молекула 01, есть эклектик, да? Вот. И с молекулой вообще у меня много очень всего интересного связано. Это аромат такой достаточно интересный. Вот этот именно 01 аромат, он и в оригинале, и вот здесь почему-то меня вначале отпугивает какой-то смолиной нотой, да, неприятной, а потом я ее перестаю чувствовать просто, эту смолиную ноту, на следующий день, и на второй день, и на третий, и на четвертый я ее больше не чувствую. Только когда начинаешь пользоваться флаконом, почему-то вот у меня конкретно так. Здесь... и аромат опилок, и аромат свежеспиленного дерева, да, вот этого вот спила, какой-то древесный, именно такой вот. Это чистая химия. Ароматы молекулы – это чистая химия. Это надо понимать. Они позиционируют себя как ароматы такие с феромонами, ароматы притягательные, интересные. Мне очень нравится молекулу, что первую, что вторую, миксовать с другими парфюмами. Они тогда гораздо круче и интереснее раскрываются. И всегда как-то, ну, не знаю, когда носишь на себе молекулу одну или... в сочетании с любыми другими духами получаешь комплименты. Аромат интересный. Что было у меня в этот раз? Я нанесла тоже на запястье аромат, и через несколько минут все, я его не чувствую. Да, сначала вот эта вот древесность, и что-то вот есть немножко сладенькое такое, окутывающее, интересное. Опилки, хвоя, ну нет, не хвоя, можжевельник, наверное, можжевельник, мускус. И все, и больше не чувствую. Но у меня так со всеми молекулами, у многих так, я знаю, потому что это не тот аромат, который бьет в нос, это тот аромат, который раскрывается на вашей коже, и ваша кожа им пахнет, да? То есть, если вы зайдете в комнату, может никто не ощутить. А если вы вот так туда-сюда походите, особенно когда потеешь, молекула раскрывается, когда кожа теплая, когда теплое время года, она раскрывается прям очень круто. Ну, и сейчас мне очень понравилось. Проходит несколько часов, чувствую, потом чувствую, опять, ну, подвигалась, видимо, да, потом опять не чувствую, потом опять чувствую, а потом вдруг и на следующий день чувствую, ну, молекула, она сама по себе такая, и в оригинале, и в Petit Parfum я разницы не заметила, ни в плане раскрытия вот этого вот шлейфа и так далее. Но шлейфа здесь какого-то нет, просто она на каждой коже вот как-то по-особенному раскрывается. Мне понравилось, как она звучит в мороз сейчас, вот я доходила на улицу, 2 дня на шубу брызгала этот аромат. И вот на улице я его от себя чувствую. Он у меня не пропадает, я его от одежды на улице от себя чувствую. На футболку пробовала распылять тоже, на следующий день от одежды я все прекрасно чувствую. А вот на коже он играет, любит поиграть молекулы на коже, но это очень интересный аромат. Кто не знаком, я не знаю, есть как бы 2 лагеря, кто обожает молекулу и кто ее ненавидит. Я обожаю молекулу, мне нравится и первая, и вторая классные ароматы. Поэтому в плане парфюмов, конечно, Pidi Parish, они молодцы. Вообще, мне понравилась и стойкость, и схожесть ароматов. Я прям очень довольна. За такую цену получить практически, не практически, а люксовый аромат, это, конечно, круто. У кого нет возможности, а хочется, да, вообще замечательно. Я в диком восторге именно от этих 3 ароматов, вообще не ошиблась ни грамма, нисколько. Супер. По поводу стойкости тоже класс, по поводу раскрытия. И кто-то может сказать, там ароматы на разлив, там спирт бьют. Вообще ничего подобного, ничего подобного. Вот я, наоборот, могу сказать там о бейвонских ароматах, каких других, там вначале спирт бьет, но здесь нет. Такое ощущение, что это оригинал, как бы, да. Я довольна, мне все понравилось. Ссылки вам все на сайт оставляю под видео. Для России, для Украины. Проходите, смотрите, знакомьтесь, какие у них ароматы есть в наличии, цены и так далее. Я довольна осталась всем прям на 100%.